можно назвать хоровые коллективы школы. Пение, в особенности хоровое, один из самых любимых, популярных и массовых видов искусства в нашей стране. Хоровое пение – наиболее доступная музыкальная деятельность учащихся. Она дает возможность всем детям участвовать в исполнительском процессе. В нашей школе работают 5 преподавателей хормейстеров: Азиза Рустемовна Селимова, Ольга Александровна Соловей, Татьяна Евгеньевна Никитина, Марина Сергеевна Александрова, Валентина Николаевна Канепс. Наши хоровые коллективы являются постоянными участниками смотров, конкурсов и фестивалей хоровой музыки в городе. На сцене сводный хор музыкальной школы номер 6. Руководитель Азизе Рустемовна Селимова. Концертмейстер Светлана Ивановна Полетаева. Музыка Сергея Баневича, слова Калининой: «Лети, лети, воздушный змей». Сильнее на земле.
отвечаем. Так давайте все скажем, друзья. Школа, мы тебя поздравляем! Давайте подошлем к концу торжественное мероприятие, посвященное 55-летию нашей музыкальной школы. Мы благодарим вас, друзья, гости, за внимание и до новых встреч!